Когда буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука, а когда только один? Это очень просто. Посмотри на соседа слева от этой буквы. Вот случаи, когда наши гласные обозначают два звука. Во-первых, когда они стоят в самом начале слова, и слева от них никого нет. Ель, ёж, юла, яма. Во-вторых, когда левый сосед нашей гласной, другой гласный. Поеду, твое, июль, маяк. И, наконец, третий случай, когда левый сосед нашей гласной – это разделительный, мягкий или твердый знак. Пьеса, съемка, вьюга, ладья. В остальных случаях буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают только один гласный и мягкость предшествующего согласного. А теперь задача. В каких словах гласные Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука? Съесть. Полью. Польет. Ненастье. Молодец.